Самоорганизация, пунктуальность, дисциплина и ответственность. Как развить эти качества с детства? У нас, конечно, есть там президент класса, министр образования. Но если кому-то там говорят, типа там, ну, в радио, по школьному там, там представителю от класса там подняться в актовый зал, там решить важные проблемы. Он, этот президент, услышал, ну, там на уроке, но он про это забыл, и приходит классный руководитель, а потом он кричит, типа, на ребенка: почему ты не пришел? Ну, это как-то даже... Мы слишком еще маленькие, чтобы нам такие большие поручения. А ведь заметь, отец, а потом мы, журналисты, удивляемся, почему у нас такая проблема в стране с ответственностью чиновников. Потому что чиновники привыкают к такой ответственности с детства. Откровенный разговор на актуальную тему в 21:00 на телеканале «Продвижение».